Получить медицинскую помощь на селе теперь можно будет быстрее. В Рио губернатор региона Павел Коньков вручил главврачам районных больниц ключи от машин санитарного транспорта. 34 единицы техники «Газели» и «УАЗы» на сумму 20 миллионов рублей должны существенно облегчить работу специалистов на селе. Павел Коньков отметил, что этот подарок не единственный. Вручение ключей вовсе не означает, что теперь в течение нескольких лет районы не получат техники и оборудования. Машины – лишь часть вклада правительства в здравоохранение. Мы вручаем вам не подарки, мы вручаем вам инструмент для того, чтобы все это дело было сделано на благо наших пациентов. И прежде всего в отдаленных точках Ивановской области. У меня к вам одна просьба. Эти машины должны ездить как челноки. Они должны работать постоянно. Они должны работать с полной загрузкой.